Три мемориальные доски герою России Магомеду Нурбагандову открыли в его родном селе в Дагестане. Они установлены на доме, где жил Нурбагандов, на здании школы, где он учился, и на улице, названной в честь офицера полиции. Магомед Нурбагандов был убит боевиками. Запись расстрела нашли в телефоне одного из ликвидированных бандитов. Преступники хотели снять на видео, как офицер будет уговаривать коллег уйти с работы, но он обратился к сослуживцам со словами «Работайте, братья». Золотую звезду Героя России родителям Магомеда на церемонии в Кремле передал Владимир Путин.